комплект у всех ребят, держи. В футбольной школе «Химки» массовое обновление гардероба. Ребятам вручили новые качественные комплекты формы. Выездные тренировочные костюмы, игровую форму, одежду для тренировок в дождь, куртки и рюкзаки. Футболисты сразу же оценили обновку. Во-первых, полный комплект. Далее, во-вторых, больше подходит под цвет команды. Вот. Ну и по качеству намного лучше. У нас была раньше своя форма, мы сами закупали. Подарили нам форму. И, надеюсь, с этой формой мы будем лучше играть. Всего было закуплено 450 комплектов формы. Кроме этого, обновили и главный инвентарь футболиста – мячи. Деньги выделили депутаты Мособлдумы. Вот, соответственно, и область, и город все тоже участвовали, помогали. Министерство спорта Московской области нам выделило деньги. Мы закупили инвентарь, мячи для ребят. То есть, если у нас порядка 800 человек тренируются в школе, все команды обеспечили мячами футбольными. Обновку юные футболисты сразу же опробовали на поле. Ну а тренерский штаб выразил надежду, что комфортная одежда придаст команде больше уверенности в себе, профессионализма и воли к победе.